Так, еще совсем чуть-чуть, и бургер уже наконец-то будет готов. Ах, я уже так устал. За сегодня я приготовил 3044 бургера. А теперь можно со спокойной душой идти домой. Гэри, я уже бегу к тебе! Мне его так жалко. Отправлю-ка я его, пожалуй, в рай. Лёня, зачем ты этого гопника в рай отправил? Он же столько людей покалечил. Ему там будет хорошо. Лёня, ты вообще просто сошел с ума. Чего? Так, Лёня, у нас, кажется, новый пациент. У нас здесь появился настоящий Губка Боб. Что я здесь вообще делаю? Это же Элвин. Я его обожаю. Лёня, ты чё? Дурак? Какой еще Элвин? Это же Спанч Боб! Сам ты Боб. Посмотрим, что там у нас. Он доверчивый. О, привет, Сквидвард! У меня для тебя есть задание. А, слушаю тебя, Губка Боб. В этом чемоданчике лежит очень крупная сумма денег. А мне нужно срочно идти на работу. Подержи его, пожалуйста, у себя. Главное, не открывай. Да, хорошо, Губка. Я тебя понял. Да уж, Спанч Боб. Мне кажется, что Сквидвард взял и своровал твои деньги. Да нет, Сквидвард же добрый. Ну ты, конечно, и глупый. Я бы точно все деньги своровал. Спанч Боб, ну ты же понимаешь, что... Леня, ты зачем ему минус 5 баллов поставила? Не, ну а чё он? Доверие. Так, такая штука. Короче, долго объяснять. Минус 5. Леня, нет, мы не будем ставить ему минус 5 баллов. Всего лишь минус 2. А я сказал, минус 5. Леня... Меч. Видел? Давай, читай дальше. Хорошо, Владус, уговорил. А, он любит всех своих друзей. О, ну здесь точно плюс 5 баллов. Даже несколько раз бы поставил. Леня, ты что делаешь? Минус 3. Ладно, все с ним понятно. Спанч Боб, ты если что не переживай, я тебе плюс 5 поставил. О, спасибо, Владус, ты такой добрый. Может, вы больше не будете сюсюкаться? Читаем дальше. Так. Что тут у нас? Губка, отменный шеф-повар! Этот бургер будет самым вкусным! Пора отнести его клиенту! Ну что, где там мой заказ? Вот ваш крабсбургер! Извиняюсь за опоздание! Так, сейчас попробуем! Это самое вкусное, что я пробовал в своей жизни. Вы самый лучший шеф-повар. Спанч Боб, я бы тоже отведал твои вкусные бургеры. Что-то как-то жарковато становится. Приоденусь я, пожалуй. Лёнь, да когда жарко становится, надо наоборот раздеваться, нет? И чё вообще у тебя за стрёмный костюм? Ну-ка давай, снимай его живо. Окей, сори. Будем считать, что я этого просто не видел. Решением суда, Бубка Гоп, ты отправляешься. Лёня, стоять, подожди. Сначала мы спросим у подписчиков, куда же отправить нам Губку Боба. Нет, я уже все решил. Блин, промазал. Лёня, а что теперь с ним дальше будет? Владус, а я-то откуда знаю? Ути-пути, посмотрите, кто у нас следующий. Лёня, а тебя не смущает то, что он, кажется, немножко... Ладус, нет, не говори этого, не надо. Да, Лёня, мы с тобой должны признать, что раз этот песик у нас в небесном суде, значит, его больше нет в живых. Ладус, надеюсь, этот песик в жизни был очень добрым. Песик, пожалуйста, расскажи, что с тобой случилось? Я просто обнимался с лучшим другом. Ладус! Я не хочу вас огорчать, но ему срочно нужна операция. Почему это так грустно? Так, Лёня, подожди, держи свои сопли в носу. Сейчас мы узнаем для начала, что с ним случилось. Нет, песик, ты не понял, что я имею в виду. Расскажи, как ты оказался здесь. Я не знаю, что меня убило. Просто мой лучший друг взял меня и пришел со мной в больничку. А после этого меня не стало. Ладус, можно я сам его отнесу, пожалуйста? Да, Лёнь, конечно, я думаю, тут даже не обсуждается, куда мы отнесем этого песика. Песик, не переживай, там тебе точно будет хорошо. Поставь лайк на это видео, если бы тоже отправил этого песика в рай. Ладус, некогда тут сюсюкаться. Давай смотреть, кто следующий. А это еще что за шпундик? Что?
Что я здесь делаю? Ты сдох, малявка. Блин, Владус, ты бы знал, что тут написано. Так, Лень, ты возьми и прочитай это. И давай быстрее. На одной странице написано 3×3 равно вопросик. Вот они глупые. Я-то знаю, что 3×3 будет не вопросик. А будет какая-то другая цифра. Лень, а ты знаешь, сколько будет 3 умножить на 3? Нет, я что, ученый что ли? Тогда я думаю, подписчики должны написать в комментариях, сколько будет 3 умножить на 3. Пиши в комменты прямо сейчас. А ты давай читай дальше. А на другой странице написано, что он сломал телек. Фиксик, ты вроде как должен чинить телевизор, а не ломать. Ты зачем его сломал, а? Кажется, этот телек не работает. Нужно его срочно починить. Я случайно. Кто-то просто украл мой помогатор. Лёня, а я, кажется, помню одно из предыдущих видео. Насчет помогатора. Тут написано, что ему вообще не доверяют помогатор. Владус, я не зря его украл. Ставлю минус 7. Лень, ты дурак, что ли? У нас вообще-то максимум можно поставить минус 5 баллов. Владус, а вот это что для тебя значит, а? Ой, ну что, в аду? А ты сам знал про этот рычаг? Конечно, знал. Я же сейчас на него нажал. Офигеть, конечно. Но я считаю, что минус 7 это неправильная оценка. Я поставлю ему плюс 3 балла. За сломанный телек? Нет, Леня, за то, что ты украл его помогатор. Ах, вот значит, когда? Ладно, отвернись. Конечно, Лень, ладно, отвернусь. Я, если что, тебя не вижу. Что он там такое задумал? Стоп. Лёня! Владус, ты же ничего не видел, да? Ты же был отвернут. Лёня, я вообще-то на F5 стою. Меч! Видел? Владус, не надо так больше делать. Я заряжен. Лёнь, так понятно, что ты заряжен. У тебя же батарейка в... Ну... Вы поняли. Давай, читай, кто там следующий у нас? Ладно, Владус, хорошо. Следующий у нас на очереди. Симка! В смысле, какая еще симка? Я же никому не собирался звонить. Лень, вообще-то это симка из фиксиков. А ты что это там приоделся, а? Оу-ля-ля, какая мадама! Можно вам подарить цветочек? Владус! Она мне нравится. А, и еще забыл, что костюмчик не очень. Ага, Лень, только без него ты выглядишь как-то слишком непрезентабельно. Я на это не буду смотреть. Ладно, давай отвлекаться не будем. Давай я сразу все зачитаю. Короче, она любит свою семью, умеет превращаться в болтик и может починить с легкостью все, что угодно. Михалыч, это ты, что ли? Лень, мне кажется, это было немножко лишнее. А каким образом мы должны ее теперь рассудить? Зачем ты сразу прочитал все 3 факта? Каким? Го плюс 5 просто поставим везде. Лень. Лёня! Да чё тебе, Владус, надо? Не мешай мне! А ты ни про кого не забыл? Что? Лёня, а ты мне ничего сказать не хочешь? Блин, прости меня, дурака, пожалуйста. Бог простит. Ладно, по всей видимости, куда отправить симку, решать мне. В рай или в ад. Думаю, что ничего плохого она не сделала. Поэтому отправим ее в рай. Что? Здрасте. Арбузкин, ты чё? Тоже умер. А, Владус, я этого не понял. А что дальше со мной будет? Ну, мы сейчас будем решать, куда тебя отправить. В рай или в ад. А если ты не хочешь этого пропустить, то тебе прямо сейчас нужно подписаться на канал. Кнопка подписаться вот здесь. Нажми на нее. Посмотри предыдущее видео. Оно тоже здесь на экране. А мы увидимся уже в следующем ролике. Пока.